Всем доброе утро. У меня оно очень доброе, 7:44. И я мчу за ягодками. Мчу за ягодками. В лес, в лесок. Грибочков посмотрю. Вон перчаточки взяла, чтобы ручки были чистейшие. О, машинка едет. А я еду за ягодками. За черникой, ребят. Пошла черника. В Твери у нас продают. Где, в каких районах по-разному. Где за литровую банку просят 800 рублей. А в некоторых районах просят 600 рублей. Так вот, я хочу сказать, что эту литровую банку набрать можно минут за 10-15. Особенно здесь. Я не знаю, как в этом году, но три года подряд мы сюда ездим на этот черничник. И ягод здесь всегда очень было много. Дорога эта на СНТ. Но мы будем углубляться в лес. До скольки можно? До скольки позволит нам дорога? Дорога каждый раз разная. Там еще где-то вот эти вот, кто разрезает, ездит полосы по лесу. Противопожарные, я так думаю, типа нарезки, валуны, не знаю, как они называются. Вот мы так объезжаем СНТ и, по сути, въезжаем уже. Здесь я видела в прошлом году змеюку. Ну, будем ехать, до сколько позволит машина, ну, дорога. А вот уже сколько черничников. Вот они уже, дачники. Собирают ягодки тоже. Молодцы какие. Ну и мы пособираем. Пошли все. И мы пособираем. На всех хватит ягодок. Ягодок хватит на всех. Поедем подальше туда, чтобы людям не мешать. Да, вот здесь такой овражек, сейчас я его проеду. Ну и все. Ну и приехали. Тут и будем, значит, собирать. Тут, значит, и будем. Так, салфеточки. Ой, какой красивый лес. Сейчас я одену перчатки. На всякий случай ножик возьму. Мало ли. Пойдем на выход. Вот они прям под ногами, ребят. Лес очень сухой, очень, ну, в плане того, что сухой, без болот, без всего. Тут он, где ключ-то? А, вытащил. Что ж делать-то? Тут и будем собирать. Вот тут мы всегда и собираем, потому что вот там канава. Ну, я не поеду. И повдоль канавы это, и мы собираем еще и сыроежки здесь. Так, пока этих гавриков, комаров нету, а то я взяла этот репеллент. Ой, какая красота, ребята. А воздух свежайший, чистейший. Она не помню прям. Какая? Какие крупнучие ягодки-то. Сладкая. Сладкая-присладкая. Значит, цель. Не преследую целое ведро 5-литровое набрать. Приехала на часик. Вот время. Без 10. 8.
В 9 будем отсюда уходить. На часик погулять, свежим воздухом подышать. И заодно по возможности сколько набрать. Ладно, буду собирать. Собираю вокруг машины. Вот машина. Вот мое ведерышко. Вот на 5 шагов отлучилась от машины. Уже все вокруг собрала. Надо мне вот уже углубляться чуть дальше. Здесь помимо черничника брусничник и вот это вот, что это, как она называется-то? Голубика. Кусты голубики. Аромат, конечно, стоит на весь лес шикарный. Цветет какая-то желтая травка, я ее не знаю. Какая-то, наверное, лекарственная. О, сколько черники. И багульник. Вот багульник. Запах от него дурманящий на весь лес. Ой, сейчас как надышусь этим багульником-то. Вот так вот красиво, вот так. Это просто, я не знаю. А тишина, птички. Ой. Там грек тоже собирают ягодки. Мы сюда еще это. Здесь очень хорошие, крупные, жирненькие сыроежки. Я их солила. Всем очень нравится. Не дрябги такие, а именно они плотные такие, жирненькие. Вот здесь рай для них. И попадались и подберезовики. Но пока ни одного гриба я не встретила. Так, ладно. Собираем дальше. Время 10 минут 9. Ну что? Вот моя ведерко. Вот время. Наверное, я уже и закончу на этом. Ягод очень много. Я маленько так и подустала. Там тетеньки две пришли. Вон видимость моей машины. Вот 50 шагов от машины. Все вокруг. И собираю. Вот. Почти сверху. Ну, до верха. Короче, 4 литра тут, наверное, точно есть. Ягод тьмущие. Тьма. Сколько? Где мелкая, где крупная, где какая. Разную тут я уже собрала. Так, ладно, все. Пошла к машине. Пойду к машине. Ой. Вот. Сейчас я увижу крупненьких. Так, может, подсоберу. 5-10 минуточек. Такие вот, где потемнее места, там, конечно, побольше ягодок, а где солнышко, там нету. Фу. Ну и все, слава богу. Вот покушаю здесь ягодок я, наверное. О, хорошая какая полянка. Полянка. Сейчас я поджую ягодок. Вон их сколько тут. Так, ладно, отключусь пока. Часик. Ведро 5-литровое, 0 литра 4 точно набрала. Все, не буду больше собирать.
Вот мы подъезжаем к красивейшим карьерам. Там уже кто-то есть уже. Пойду просто посмотрю. Что тут интересно делает машинка? Там вот рыбаки. Здесь, наверное, тоже рыбак какой-нибудь. Рыбку ловит. Там мой дядюшка работал раньше. Царствие небесное. Ой-ой, стрекозки. Запах стоячей воды. Фу-фу-фу. Запах стоячей воды. Вода чистая, чистая. Пни какие-то. Ой. Красиво. Там мы отдыхали, кстати, подъем воды, потому что вот там мы отдыхали, вот там с палаткой, и берег был достаточно далеко. Ну, то есть мы на берегу ставили палатку. А так получается, вот оно сразу, скос и все. Скос и все. Поехать посмотреть лисичек, пока здесь. Поеду за лисичками, посмотрю, есть лисички или нет. Ой, какая водичка прозрачная. Ой, как красиво. Спокойно. Прям штиль. Не, есть маленько ветерок. Есть маленько. Вот в этом лесочке, вот тут вот, очень много маслят. Нет, не маслят, козлят. Козлятки их называют. Кто по-разному как называет. В общем, у нас они называются козлятки. Такие маховички, козлятки. Кто как. Нет, у маховичка желтенькая шляпка внизу. Это все-таки козленушки. Очень много. Мы помним с мамой по две корзины. Так, не знаю, за час, за полтора часа, наверное, по корзине набрали. Сосновый бор. Красота. Красота. Большие уже карьеры были, меньше намного. Вон там до сих пор еще песок намывают. Вот туда уже. Вот туда расширение уже идет. Вот куда туда далеко. Там, кстати, рыбка. Вон летают эти птички, значит, косяк рыбки стоит там. Это Красногорский карьер. Все, поеду за лисичками, посмотрю на проверку. Тут недалеко. 3 минуты. Нет, ребят, не поеду. Сегодня воскресенье. И вот у них вот так вот все закрыто. А идти пешком здесь, ну, так далеченько. Вот территория. И с той стороны еще один въезд есть. И он также вот натянут это. Сюда надо ехать, когда рабочий день. Здесь ездят КАМАЗы с песком. И здесь дорога открыта. Так что по лесу я, конечно, не пойду. Это минут 30 мне туда идти. По лесу. На машинке-то бегом. А по лесу... А по лесу неохота. Здесь очень лес этот, как он называется-то, мох. Мох. И ноги тонут в этом мхе.
был бы сухой бы такой вот, ну, как бы сосняк и просто вот опилочки вот эти сосновые. А здесь мох. Ноги в этом мхе тонут, и идти очень-очень-очень тяжело. Полчаса по лесу, и ты просто вымотанная, высушенная. Мы один раз шли напрямую, вот тут машину я оставляла. А, ходили вот туда, на ту сторону, туда дальше. И до машины я шла. Ну, короче, прокляла все на свете. Надо было выходить на дорогу и идти по дороге. Потому что по лесу это просто жесть. Ноги утопают по колено. По мху в этом. Он мягкий. Едем домой. Сейчас я заеду, молочка возьму, куплю свеженького. Яичек еще куплю. Так вроде из еды все есть, но вот молочка с ягодкой. Молочка с ягодкой. Вот она родимая. Собственно, собранная. Я третий год в лес хожу. Третий год, ребят. Третий год в лесу. До этого я не знаю, сколько лет я не ходила в лес. А не ходила по той простой причине, что слишком толстые бока были. Винни-Пух в лесу не мог находиться. Ноги не ходили. Поэтому надо худеть, худеть и худеть, чтобы была активность, чтобы жизненный тонус был, чтобы вот так ездить в лес, вот так гулять часик. И то вон вся взмокла, морда красная, но удовольствие не передать словами. Прям заряд энергии. Легкая усталость. Потому что это не обременение, прям вот мне надо собрать сегодня 20 литров. Это просто ради удовольствия. Часик и домой. Вот в 10 я уже, наверное, буду дома. Приехала в лес в 8. Пару часиков на свежем воздухе вообще шикарно. Ладно, отключаюсь. Что тут дорога? Что тут дорога? Дорога и повдоль дороги лес, 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 лес. Маслята из раюшки в основном, кстати, рыжики. Я тут брала рыжики. И, по сути, в этом лесу больше брать нечего. А в этой стороне, конечно, есть еще белые, но туда надо далеко идти. Почти на ту сторону там есть пруды, частные пруды, рыбу разводят. Почти до тех прудов надо идти, чтобы грибы найти. Все, отключаюсь. Потом буду дела делать, еще включусь. Пришла в лесок. В лесок, в лесок. Посмотреть грибок. Посмотреть грибок. Лес сухой, сухой. Лес очень сухой. В том году идешь по краюшечкам, и прям они тут и растут, грибоньки, грибоньки, грибоньки. В этом году, конечно, ничегошеньки нету, сухо. Сюда бы пару таких проливных бы дождика бы, проливного бы. Пару денечков. И вот тут они бы вылезли бы, повылезали бы тут все бани. Вот в том году вот здесь я много собирала маслятушек. Маслятушки, ребятушки, отзовитесь. Вот они прям вот здесь, прям в травочке были. Нету даже намека. Тут, наверное, дачники бы уже бы посрезали бы все. Нету, нету, нету. Ой, земляничка. Какая земляничка. Это
Ой, упала. Как она лесная, мелкая-мелкая. Господи. Сейчас я еще земляники наемся лесной. Земляничное варенье. Будет. Что там? Как в песенке поется, забыл. Эти комарики. Ой. Нет, ну так-то что-то мне лень ее собирать-то. У меня как бы своя земляника. По одной ягодке тут, короче, так. Сейчас я. Вкуснятина. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Вот они, комары злые. Уже пошли. Я еще за грибами пришла. Неохота брызгаться. Хоть и брызгалка с собой. Кармашки. Неохота. О, какая веточка. Ну-ка я от зайчика Танюшечки. Танюшечки от зайчика. Скажу, зайчик тебе с леса передал ягодки ребенку. Ох, как. Скажу, зайчик. Зайчик прибегал, ягодку передал. Так бабушка всегда нам приходила, говорила. Зайчик. Настенчик с леса. Мама мне вчера от зайчика лисичек привезла. Ой. Что-то куда-то я зашла. Забрела. Зашла, забрела. Какие ягодки. Ой, что-то. Что это, куда это я? Вот такая полянка тут ягодная. Вот такая полянка ягодная.